Мы тебе завидовали. Ну да, было дело. Лублудеда и чатик меньше, чем три. Жирафик, у спасибо. Меня ДР сегодня КСТ. А, ну поздравляем тебя, Жирафик. С днем рождения тебя. О, привет. Нас тут трогают, хватают. Что-то там проверяют. О, жвачка. Давай потом. Привет. Кто-то в чате просил, чтобы я микрофон облизал, ребят. Пожалуйста. Да нет, не могу, булочка, сори. Не могу, нет. Все. Ничего оценивать не буду, смотреть не буду. Так, что происходит? Уличная кошара, здорово. 2 часа назад. О, что-то я не помню. Я вот, кстати говоря, я помню прекрасно сюжет первой части. А вот DLC забыл. Мы незнакомый ваш давний поклонник, стараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я 2 недели назад проводил консультацию по рекламному обеспечению психиатрической больницы. Меня заставили подписать кучу договоров, а не разглашение, сейчас тебе... куда? Ну я же не вижу нихера, алло! А нам-то обратно я говорил. Не-не-не, вот первую часть я помню. Вторую я помню, то что там говно неинтересное. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю, не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. И говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах. В недрах. Меньше, чем горы. Приятного геймплея. Кроли, спасибо. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Отправляй! Ёбаный Домру, как всегда, лагать начинает вовремя. Кто здесь? Ребят, нас спалили. В бедрах. А, блядь! А, я... Всё, я... Вот тут я вспомнил, тут ничего такого. Здорово. Парк? Они уже 3 раза вызвали вас. Там что-то срочное в кондиционировании. Ну да, мне бы тоже кондиционер не помешал. Явно есть проблема, блядь, сегодня. Он мне, кстати, кое-кого напоминает. Вейланд Парк, немедленно пройдите к системе контроля. Это случайно не тот самый, который будет нас потом преследовать? Глускин же, ё-моё. Это же... Это он? Нет? Ну, он очень похож на него. Лол, ну ладно. Это не он. Сейчас, ну, видимо, разработчикам было лень тогда рисовать модельки. Мне интересно, вот если тут стоять долго, они будут всегда о чем-то говорить, или рано или поздно разговор окончится? Спасибо за донат, спасибо. Или они будут просто повторять то же самое? Ну что, ребят, проверим. По-моему, это то же самое, да? Понятно, блядь. То есть они как 2 дебила стоят и одно и то же друг другу постоянно. Алло, ребят, вы это уже повторяете в 3-й раз? Ясно, вы уже заражены, вы уже чем-то болеете, да? Я понял. Возможно, этот плохо слышит, потому что в маске он постоянно переспрашивает. Да, я Вейланд Парк. Я был занят. Парфаво, Акстав, здорово. Спасибо за переподписку. Так, а чё? Куда нам, сюда? О чем будут думать эти охранники, если... Ладно, если бы они были живы. Если бы я реально вот так вот стоял и...
Как дурачок, блядь. Ну ладно, не важно. Здорово. А, я так понимаю, тут все одинаковые, да, видимо, братьев приняли на работу охранниками. О, блин, мне это Чернобыль напомнило. Кстати, вчера досмотрел последнюю серию Чернобыля, вообще пипец. Жесткая херня, если кто не смотрел сериал Чернобыль от HBO, советую посмотреть. А, прям 10 на, из 10. Ой, опять ты! Слушай, там стоит твоя копия. Глускин? А, так вот этот Глускин. Почему у него такая забавная фамилия Глускин? Так, пацаны, а что, сюда? Так. По-моему, сейчас Глускин выбежит. Не помню. Ну не будем спойлерить, я просто уже забыл. Да-да-да. Давай. Поехали. О! Элви! Ку. Не понял, кто там, блядь, во мне сомневается. Ни хрена себе лапа у него. Чёртовы уроды. Я знаю, что вы со мной делали. Бла-бла-бла. Помогите, помогите мне. Мои зубы. Я вырос в аду, твари поганые, лжецы. Можешь читать, просто за тобой часть субтитров не видно. Ладно, давай. Помогите мне, не дайте им этого сделать. Не позволяйте им, вы. Я знаю, что вы можете это остановить. Вы должны мне помочь. О, да, я тебе потом помогу. Все в порядке, агент. Парк просто не ожидал. Я уверен, что он спокойно, полон желания закончить свою работу. Присаживайтесь. А, быстрее, мистер Парк. Нужно повернуть голову, если мониторинг... Когда они положили его в двигатель. Так, окей. О, боже мой. Когда делаешь себе вот эту, ну, вот имеется в виду, как-то ФГДС, да? Без наркоза. Вы закончили? Можете идти. Не ожидайте ничего, кроме честной оценки вашей работы. Ладно, я пойду. Пожалуй, не буду вас задерживать. Вы дал, мистер Парк. Вам нужно выйти из комнаты, сэр. Эх, ладно. По пивку? Не, я занят. У меня вон, я занят. Я играю в игры. Очень интересные. Для тебя 1 сентября азбуку подарю. Пошел нахуй. Понимаешь, я вынужден читать быстро, пока эти субтитры не исчезли. Я уверен, ты и так не сможешь. Сидят умники. Шкила, блядь. Я в школе не учился? Да не, я учился. Но имеется в виду, последний раз я в школе был сколько лет назад? 10, 20? А книжку я последний раз читал, так вообще, наверное, никогда. Так что, что ты хочешь от меня? Оооо! Попався. Бля, что так лагает-то, алло? Мистер Вейлен Парк, контракт на оказание консультационных услуг... Инженер-программист с разрешением службы безопасности резервером. Закончил с отличным резервером. Все еще недостаточно умен, чтобы понять. Последнее, что муха должна делать в паутине, ерзать. Настолько глуп, что думает, что заимствованного ноутбука, маршрутизатора и брендмэр... Блять, как сложно, а. From Finland! Спасибо тебе за переподписку третьего уровня еще к тому же. Ни хрена себе, вот это да. Так, нам придется взять вас... Понятно. Ну все, ребят, ГГ. Почему вы одинаковые? Разработчики даже поленились в этом месте сделать три разные модели персонажа.
Стоят три одинаковых мента, блядь, охранника. Смотрят на меня, это вообще незаконно, как по мне. Еще и рассинхрон. Близнецы. Вестиблогер, вау. Да, 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 тройняшки. Родились в одно время, в одну секунду, одинаково выросли. Одинаково выглядят, одинаково разговаривают. Даже одинаково бьют, как девки. Мне стоит шутить про тренды YouTube, ребят? Когда ты вроде не хочешь смотреть реакции, но вынужден, потому что ждешь Outlast. Ну ладно. Ну да. Говорят, у скифа сегодня ДР, ребят. Представьте себе, да? Какой я ему подарок крутой сделал. Стрим по Аутласту. Поздравляю тебя с днем рождения, блин. Ну да. С юбилеем, аж целых 20 лет уже. Сколько им было забанено людей. Наверное, в этот день они ему желают не самого лучшего. Но я все-таки пожелаю всего хорошего. Как-никак. Такой модератор хороший. А как выбраться отсюда? Блин, ребята, как? Откройте дверь, пацаны! Я свой! О, спасибо! А... О, спасибо! Реально! А ты будешь драться? О, нормально, а то как-то... Блин! Батарейка! Я все забываю, что это кошмарная сложность, и батарейки быстро заканчиваются. Пропустил батарейку? Как вы ее заметили? Где? 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 В туалете? Так я туда и хотел пойти, блин. Только путаете меня. А, во! Ладно, все, идем дальше. Мужики, подождите, я тоже хочу. Оставьте мне кусочек. А, блядь! Какого чёрта? Да чё происходит? О, боже мой. Чё-то сложно. Я не думал, что оно в самом начале будет на меня нападать. Я уже и забыл. Я говорю, забыл. Давно игру начали? Да только-только-только что. Специально тебя ждали, бро. Специально ждали тебя. Поэтому я и делаю реакции в начале стрима, чтобы люди успели подойти. А не так, что сразу начинаешь, потом люди приходят такие, а чё? А вы уже игру прошли? Так, а что делать-то надо? Это да-да, это DLC. Чё, 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 чё? Кто, кто, кто? Блять! О, здорово. Так. Вот, возьми нож. Порежь. Вообще без проблем, братан. А,
Сайка Сато, здорово, спасибо за переподписку. Ладно. Все, я иду, все. Да куда пойти? Куда? Да куда идти-то? А, вот сюда, да? Все, до свидания, я пошел. Пока, братаны. Дверь закрой. А если я буду подсматривать? А? По-моему, они теперь жалеют о том, что прогнали меня. Им стало грустно. Такие, бля, такой классный чел был. Может, все-таки вернем его, а? Что-то уныло без него, душно как-то. Ладно. Батарейка? А, то, что разряжается-то я знаю. Я думал, там батарейка осталась. Ладно, пойдемте. Батарейку. Да я знаю, что батарейка тратится, умники, блядь. А, блядь! Ты чё, сука, тварь? Ой, урод. Да иди ты нахер. Да, блядь. Это все из-за вас. Да чё с камерой? Минус камера? В смысле? А, вы про камеру в игре? А, вот сидит, урод. Кто так резко встает? Дай! Какой же упёрт, а? А, о-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 
Так, первый скримак уже... У тебя вебка отключилась и включилась. Понимаете, у меня просто... Здравствуй. Так, только давайте мы не будем начинать, да? Хардвелл, спасибо тебе за донат, конечно, но вот давайте мы не будем сейчас начинать. Я просто хотел сказать, что у меня есть специальная программа, которая синхронизируется с камерой в игре и камерой в реальной жизни. И когда меня кто-то в игре начинает бить, то и как бы, что камера в игре как бы начинает глючить, и как бы вот в реальной жизни. Прикиньте, да? Я вчера специально нашел программиста, который мне сделал эту программу. Не бесплатно, причем я ему заплатил 50 тысяч рублей. Поэтому, ребят, всем спасибо за донаты. Ради вас стараюсь. И трачу деньги ради вас. Чё? Что? Чё? В смысле? Да я не вру. Ты долго как мышь будешь ползать, а? Чё, сука, крыса. Куда я приполз? Ну, а! Блин, а что ж тут везде так темно? А! Чё? Тут, сука... Ты помочь мне хочешь, так помогай. А? Иисус, как дела? Как дал босс? Слава Украине. Ну я сразу понял, что ты из Украины. После вопроса про Outlast. Спасибо тебе, кепчик, за 100 рублей. Да закрой ты дверь! В этом DLC какие-то проблемы с закрыванием дверей. Спасибо тебе. Так. Только не го... А, нет, вот дверь открыта. Я думал, опять вентиляцию надо... Помогите, пожалуйста, я доктор. Мне нужно домой, к моей... Не, братан, я знаю, чем вы тут занимались. Помогать тебе не буду. Я сворвал эту одежду с трупа, которого я нашел. Вы должны дать мне уйти отсюда, пожалуйста. Просто нажмите на кнопку, откройте дверь.
Да не, не хочу тебе помогать, урод. Ладно, давайте нажмем. Когда твой друг не угостил тебя чипсинкой. Так ему и надо, урода, блядь. Сурово. Справедливо, а не сурово. Не, сука, не. Да ну нахер. Блядь. Да открой ты дверь, дебил! Да беги ты, ёбаный дурак! Фу, а кто там задонатил? Я пропустил. Так. Я просто вспомнил своего друга, одноклассника, еще когда в школе учился, он был таким жадным. У нас был буфет в школе, там можно было купить кириешки, чипсы. Я уже рассказывал вроде, но каждый раз, когда он покупал эти сраные кириешки, я у него просил. Он мне давал одну кириешку. И запоминал это, говорит, вот я тебе дал, ты мне потом тоже должен будешь. Потом, когда я покупал, он тоже такой, ну дай одну, я ж тебе давал вот тогда, неделю назад. Ой, сука, а. Ой, а знаете, как его звали? Саня! Вот, реально, вот Саня, это просто... Вот, ну, как бы, блядь, ну... Ну, я вот, видите, сразу догадались, ну, чисто Саня. Кириешка, блядь, сухарик зажидил, я вообще в шоке. Не, я понимаю, что жизнь была непростая, там, ну... Люди бы не богатые, он из простой семьи. Я тоже. Ну, сухарик! Сухарик! Ты чё, вообще, что ли, блядь, ненормальный? Мне кажется, если я его встречу, вот... Куда идти, господи? Встречу сейчас, он мне напомнит. А помнишь? В 2008-м. А, вот сюда, походу. Не, не туда. Куда идти, блядь? Наверх. Кого? А, кто там орёт? Он мне напомнит. Что я ему должен два сухарика. Куда наверх-то, блядь? Да я тупой! С другой стороны? Здесь, что ли? А? Да в смысле? Дебил. Да я не дебил. Просто вы меня путаете. Вот здесь, что ли? Так я же сразу сказал... Я же сразу сказал, что надо сюда. Вы говорите, нет, надо вон туда бежать. Блядь, еще потом пишут 110, типа я виноват. О-о-о. Как обычно. Чат, вы... Ну реально, ну стыдно за вас. А вдруг ко мне пришли сегодня, ну, люди, которые никогда на стриме не сидели. Не стыдно вам вообще перед ними, а? Ой-ой-ой. Ой, это те самые трое, да? Так вам и надо, уроды, блядь. О, получите. Какая тут маман наварила. Кто там к стоматологу записывался? Нормально. Микроволновку ему в голову засунул. Прикольно. Мне бы тоже, кстати, к стоматологу не помешало уже записаться.
Да, блядь, чё ж тут так тяжело-то всё, а? Бля! Окей, окей. Всё, я иду, я не смотрю на вас. Да, я в итоге-то приду. Только непонятно. У него башка взорвалась в микроволновой печи. Всегда было интересно, а что будет. Ну, если туда засунуть что-то подобное. Слава богу, я это увидел в Outlast. Мне не придется это в реальной жизни делать. Ну, проверять. Так. Так. В этой игре слишком темно. И учитывая, что у нас всего лишь по две батарейки, это меня беспокоит. Плюс тут еще постоянно... Ты не понимаешь, куда идти, вот просто. Вот куда опять идти, вот куда? А, во. Мне ваша помощь не нужна сейчас, ребят. Все, я сам понял, куда идти. Думаю, здесь безопасно. Я иду, Купер, просто нужно закрыть. Иду, подожди. Я пришел сюда поесть чипсы и посмотреть на прохождение Outlast. Ну? Как вы можете понять, чипсы я уже съел, точка, 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 когда ты еще смотрел Twitch. КСТА написал недавно экс по русскому и истории. Скример, спасибо за инфу. Спасибо за стрим. Отвлекусь. Ну так я тебе сделал одолжение. Ты не видишь, что в игре происходит? Как можно вообще жрать во время такой игры? Где кому-то взрывают голову микроволновной печи, да? Режут кишки, кровь, мясо. То есть вы серьезно можете вот кушать спокойно, да, и смотреть на подобное? Сейчас опять кого-то трахнут. Так, ребят, сейчас меня трахать будет. Так, минутку. Бладинур, спасибо тебе за 21 месяц. Би донатила 100 рублей на Кумой. Кепчик. Спасибо вам, ребят, тоже за донаты. Так, ребят, вот я сейчас вижу, ты... Так, вот... Выплюнь. Ну, выплюнь. Ну, хватит жевать, ты свинья. Скоро я буду жирный, как корова. Выплюнь, говорю. Сейчас будет кое-что очень неприятное. Хотя пока неизвестно. Может быть, это будет на самом деле приятно. У меня, кстати, игра зависла. Вот это и правда, сука, неприятно. Ну, алло. Алло! Пиздец, игра зависла. Я ее свернул, она теперь не разворачивается. Классно. 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 Alt F4. Классно. 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 Ну ладно, у вас есть время пока что-нибудь скушать. Пока я тут разбираюсь с игрой. Не отвечает, ну, придется перезапускать. Надеюсь, не с самого начала будем начинать. У, сука, а. Котлетки с пюрешкой топ. А давайте его помолчить, потому что я тоже немножечко голоден. Стоп. А как продолжить? Подождите. А... Вот это, да? Не, если я нажму продолжить, то я продолжу типа основной сюжет игры. Первая часть. Ну, нормально. Нашел выход. Так. О, Саня! Я тебе сухарик дал. О, бля. Я тебе его дал под процент. Ты должен мне один кака сухариков, когда вернешься. Можно деньгами на киви. Угу. Я думаю, это где-то как раз таки 100 рублей, кстати. Бладинур, спасибо тебе за переподписку. Так, ребят, сейчас у нас это... О, здорово. Ну, поползли.
Блять, батарейка, батарейка. Он где-то тут. Он где-то тут, сука, шагает. А я иду, шагаю по Москве. Спасибо, Саня. И тебе. Под стол лезь. Ребят, сидеть под столиком, это моя, это мой, как бы скажем так, стиль жизни, понимаете, да? Так, ну, батареек я тут не вижу. Его я, кстати, тоже не... Не-не, смысл жизни у меня в другом, а стиль именно вот под столик. Блядь! Иди ко мне. Где он? Точка с запятой. А, на куму, спасибо. У, сука, задница стоит. Ты чё? Ты чё, блядь? Чё? Какого? А? Как? Как? Куда? Как он меня спалил? О боже. Как? Он же меня не видел. Какого хрена? Да, это кошмарная сложность. Интеллект у них тут выше, чем у меня. Так, это будет сложно. Это уникальный случай, когда у врагов интеллект выше, чем у игрока, который играет в игру. Но это в то же время интересно. Ладно, сучонок. Давай сейчас будем по-другому с тобой разговаривать. Чарун, спасибо тебе за донат. Иисус, помоги. Иисус. Я на два курса и хочу свалить в академию. Ибо ни одна сессия за два курса не закрыта. Но я ссу, что родаки пиздов дадут. А еще у меня лютый депресс. Как думаешь, идти или нет? Чувак, если тебе хочется, иди. Тебе так важно, что тебе сделают родаки? Тебе уж сколько лет, ты взрослый, блядь, человек. Сейчас бы бояться пиздели от родителей. Ну, дадут они тебе там ремнем по попе. Ну, перетерпишь. Спасибо тебе за донат. Ты сам вправе решать, что тебе делать и как жить. Ладно, идем. Мама. Ёп. Да что ж такое, а? Да ты идёшь-то туда! Пойдём, пойдём! Сука! Мама. Бегите! Бросайте! Да сука! А, все правильно. Батарейка! Чуть, сука, батареек нет! Ай, ладно! К черту! Да блин! Ну ты, ну не надо, ну... Да, у тебя маска, что ли? Чувак, давай я тебе маску сниму. И нормально, разойдемся, а? Подожди, батарейку возьму. Стой, 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 стой. Чего ты по-английски говоришь? Поговори по-русски, я тебя не понимаю. Какой секрет? Я? Где, кто, где, чё? Ебать, чувак, у тебя руки нет. Ха. Нога тоже деревянная, да? Хотя, ну, ходить.
Он дверь вышибает. О, ключ. Я не понимаю тебя. Мама. Все? Ты успокоился? Так, мы нашли ключ от наручников, как я понимаю. А как вернуться обратно? О, хуис. Привет самому лучшему стримеру. Спасибо. Спасибо тебе за донат. Ой, блядь, за переподписку. Ёб твою мать! Ёб! Как ты тут оказался, гадость? Чё, сука? Ни хрена себе, как неожиданно вылез. Вот урод. Чряка испугал, а ты меня все, Саня, переименуйтесь. А, то есть это не тот Саня, который был тем Саня, который донатил мне в начале стрима 100 рублей. Спасибо, Саня. Так это тот Саня, который был сейчас, или это уже другой Саня? Я вижу тут Саня с большой буквы и Саня с маленькой буквы. Это два разных человека. Шершен, спасибо тебе за переподписку. Хардвелл за 500 рублей. Ну, у тебя получилось меня напугать, конечно. Вот только Шрек как-то поздновато начал убегать. Так, надо перезарядиться. У меня такое ощущение, что Саня-то уже вообще как, ну, знаете, вот... Как, ну... Версия робота, вот. Саня 1.0, Саня 1.1, Саня 1.2, там. Просто целое производство роботов СХС. Пропатченное. Вроде они одинаково выглядят, одинаково называются, но версия разная, понимаете? В смысле, что я несу? Нормальные вещи, умные. Он, блядь, долбится постоянно в дверь. А, блядь! Ты чё, сука? Какое мясо! Чё? Да-да-да. Здравствуй. Здорово. Накума, спасибо тебе большое за донат, блядь. Вот еще бы раньше. На несколько секунд, и было бы идеально. Ну, спасибо тебе за донат. Фу. У меня такое ощущение, что уже пол игры прошел. Скоро уже Глускин появится. Кстати, точно. Реально. О! Мы... Первый документ, который мы нашли. Ясно, ничего интересного. Забейте. Ясно, хуета. Еще полтора часа до Глускина. Но мы успеем сегодня 100%. Его мы точно увидим. Так, а куда тут идти? Отсюда я вылез, вот здесь еще проход какой-то. В DLC больше, кстати, аут... скримеров, хотел сказать. В DLC больше аутластов. Не, ну в целом DLC страшнее, чем первая часть. Поэтому да, больше аутластов в этой игре. Ля, дурачок. Куда идти? Не, ну реально, по факту. Как по мне, так страшнее, чем первая часть. Да куда идти-то, господи, боже, блядь, скоро батарейка кончится. То есть тут ничего нет, просто комната, да? Ладно. Куда тогда идти? Ребята, помогите. Стример не тупой. Здесь я тоже был. Откуда ты вылез наверх?
Да, в смысле, блин? А-а-а! Там кто-то вместе со мной заорал. Да, братаны, мне батарейка. Совсем ничего не осталось. Да господи, в этой игре какие-то повсюду непонятные лабиринты, ходы. Непонятно вообще, куда идти, зачем. Все так усложнять, сука. Сюда? Ой, господи. А еще выше. Куда вообще лезешь? Как это? Супер Сус или как его звать, этого видеоблогера? Он тоже любит по таким вот местам шароебиться. Такой карлик еще, ну, в Украине живет. Руфер, да, да. Вот. Да? Сусик. Ну ладно, он Сус, а я Сусик. Вот у него Outlast в реальной жизни, если что. Да не Атипедия, боже. За что вот так над Лешей-то? Главное, что он не куколд. Стримит на Ютубе. И не терпит то, что тут происходит на Твиче. То, как принижают нас, стримеров. Жоля Гольф. Жоля Гольф звучит как жираф. Что, конечно, вещи несовместимы. Блин, батарейка. Ну это вообще, это прикол такой, что ли? Типа, батарейка за дверью, которую нельзя открыть. А... типа, разработчики тебя дразнят. Ну ладно, окей, ну ладно, ну давай, да. Так. Я ж туда смогу все-таки, да? Обойти? А, да, да, да. Фу. Ну, здорово. Ну все, теперь я доволен. У меня есть батарейка. Если ставку хочешь сделать, то сейчас 21:45 начинается игра. Португалия-Швейцария. Так, ребят. Будем делать ставочку на Португалию. В смысле нет? А я думаю, что надо бы. Так, ну, намного интереснее будет. Ну, где ты пилишь там? А может не надо? Да ладно, да чуть-чуть. Да на Португалию, по-любому Португалия выиграет. Блядь! Ну нахер! Блять, если я игру сверну, она опять заруинится. Козел старый! Дай! Как он меня догнал? Ну ты рыло борща, конечно. Слышь, ты бородатая, веселая, лесная уебища. Уйди от меня, гадина ты. Да ты гадина! Просто! Пеструн! Недоразвитый. Тебя убил воздух, кстати. Я сейчас пойду ставку делать, мне это уже надоело. Мне это уже на... Да иди ты нахрен, гитарист, половозрелый, блядь! Куда, куда бежать? Надеюсь, я все делаю правильно. Да он с этой хуйней в руке бегает, как с гитарой какой-то. Чисто, да ё-моё! В смысле? А, я жив? Я жив? Блядь. Фиу, блядь! Дойчан! Да сука, он даже нет мне отдохнуть! Ну и куда я залез?
Да ёб твою, как ты дотягиваешься-то своей длинной рукой? Дебил. Куда? Сюда? Нет, не сюда. Куда? Куда? Кто? Кто? Куда? Кто? Да куда? А! А, дебил. Оказывается, все намного проще. Не. О, выпускной прошел на славу, да? А, ой, там нет, там не выпуск. Это я и чатик, ребят, когда мы реакции смотрим. Я думаю, вы понимаете, где вы, а где я, да? Сейчас будем смотреть Twitch.ru, а потом Upload. Новое видео сливки шоу, сука! Да, да, блядь. Здравствуй. Спасибо, Накума. Нет, я еще тебя попугаю. Кто, я попугай? Не. Спасибо тебе за донат, конечно, но это не надо меня... А сколько выиграешь, если выиграешь? 17 600 рублей. Нормально выиграю. На эти деньги можно тупо уже, знаете, съездить отдохнуть куда-нибудь. Так-то не маленькая сумма, блин. Реально. Объясни, как коэффициент работает. Не понимаю ничего. Блять, в смысле, как? На команду ставят деньги. Та команда, на которую ставят больше всего, у нее меньше всего коэффициент. Как он работает? Вот так вот и работает, я хз. Я сам в этом, ну, не так, чтобы прям разбираюсь. Так. Что? Все еще его топит. Что-то он долго в трендах сидит. Ничего не видно. Когда будет новый розыгрыш к 100? А розыгрыш в каком плане? Обмануть вас или что-то разыграть среди своей аудитории? Ну не знаю. Я не знаю. Батарейки будут? Ага. Да ладно, батарейка. Не знаю, не знаю. А, Лисаночка, подожди, точно, я забыл. Анели wants to play. Ну да, да. Я поэтому не понимаю, чего люди боятся донатить. Это не больно, реально. Даже приятно. Смотря как задонатить еще. Так, Лисаночка, сижу на твоем прекрасном стриме, одновременно набирает над математикой, ибо завтра будет экзамен. Желаю тебе удачи завтра на экзамене по математике, и не только тебе, и всем остальным тоже. Вот, удачи вам, ребята, удачи. Понимаю, не вовремя начал стрим по Outlast'у. Ну, как бы это не должно быть помехой, я считаю. То, что завтра экзамен, не означает, что нельзя расслабиться, чисто отдохнуть перед экзаменом. Да, свидули. Ква. Квагли, спасибо. Чё это, блядь, было? А, ясно, все. Он занимается своими вещами, все правильно делает. Ну, это чисто вы перед экзаменами. В кабинет стучитесь. Извините за опоздание, можно? Мона. Так. Я просто все боюсь батарейки пропустить. Достаточно неприятная штука, особенно сейчас, когда их так мало, и тут везде, сука, темно. По-моему, я кругами хожу. Реально, я ж тут был. Сука, я реально тут был. Это же здесь этот с пилой ходил. Какого черта? Я тут был? Вот дверь открытая. Или... Чё за нахер?
Не был? Тогда тут просто все похоже друг на друга. Ну ладно. Не был, да? Сука! Ты чё, блядь? Да как он, у него чувствует меня, что ли? Мне, походу, реально воняю. Обидно. А-а-а, привет. Какого... Да ёп! Пиздец. Ау. Ау! Я не понял. Куда мне... Ты все двери уже сломал, урод! Что ты можешь сюда? О, реально? Охуенно. Где он? Куда он пропал? Надо в ту комнату, которая красным горит. Красным горит. Ну, окей. Какая еще, блядь, красная комната? Я, наверное, еще и батарейки пропустил, да? Тут ничего. Тут тоже ничего. Блин, как-то уже обидно становится прям. Я чувствую обиду. Понемногу начинаю прям ее ощущать. Прям, вот прям, блин, прям, блин, блин, прям, блин, прям. Да блин, ну, блин, ну, блин, ну, блин, ну, ну, блин, ну. Какая красная комната? Там ничего нет. Вернись, выключи. Так. Куда? Он специально делал вид, что не видит вентиляцию. Да сука, не в каждой комнате ваша вентиляция, блядь! Умники! В каждой комнате, сука! Они ведут просто в другую комнату, во! Во! И чё дальше? Типа туда, что ли? Ну давай попробуем. Сюда? Так сюда не... Как ты затрахала? О, боже. Значит, батарейка же должна быть по-любому. Он же по-любому ушел, да? Вот тупой. Сука, и батарейки нет. Да что ж такое, а? Так. Так. Слушайте, а тут нормально так-то, смотрите. Больница-то неплохая была. Видали? Кнопка, то есть, чтобы вызвать кого-то. Ты такое даже в ресторанах не увидишь. У меня все батарейки закончились. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну в некоторых ресторанах есть кнопка, ты нажимаешь, там официант прибегает. Кстати, блин, реально полезная штука. В некоторых есть даже...
две кнопки. Первый раз рил не больно. В животе бабушки с щиколадными орешками прыгают. А-а-а. Кристалка, ну спасибо тебе. Бабушки. С шоколадными орешками. Нормально, спасибо тебе за донат. Так что, ребят, если вдруг хотите ощутить у себя в животе бабушек с шоколадными орешками, ну, донатьте тогда. А! Ты заебешь! Ну реально! Это кто-то другой, видимо, уже бегает. Так. Батарейка. Лё, какой. Нормально такой компьютер, кстати. Не 500 тысяч, конечно, но... В трендах сидеть можно. Блядь! Ты чё, дурак? А, ты что ли? Подожди, подожди, подожди. Да подожди! Камеры? Заработало? Ну алё, бля. Ты чё, сука? О! Чё она вырубается-то, а? Вы его видите? Я нет. А он где-то тут. Это тот призрак с первой части. Я знаю, что это призрак с первой части. Донаты вызывают зависимость. Хло-хоп, спасибо. Общеизвестный факт, на личном опыте проверила. Еще плохо сказывается на вашем финансовом положении в обществе. Блять, видимо, моя сладкая жопа тоже вызывает зависимость, судя по этому старому дебилоиду. За... Я злой, сука. Ну да. А куда тогда идти? Вот опять нихера не пойму. Коллаба с Билли, давай. Какой нахуй Билли? Кто это вообще? Так, тут какая-то комната. В ней, я так понимаю, можно... А мерч будет? Да надо что-то летнее теперь делать. Я просто думал, что лето не будет таким жарким, но... Ошибался. Жарковато даже в Питере теперь. Надо трусики какие-нибудь там, купальник, знаете, свой выпустить. За донат плюс КСТ. Спасибо. Футболку, да. Ну где то старая чувырла, блядь? 80-го года рождения. Ну алё, белые розы! Белые розы! Ох ты ж, за жопа ты, вонючая, блядь. Жожная жопа деревянного, блядь, дерева. Мы просто пойдем, ребят, спокойно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О! Фигли! Батарейку. Бля, батарейки нет. Вот нахуй я сюда пришел. Фу, бля, я думал, тут что-то. Так, ладно, здесь больше ничего не будет. Ова! Был в
больницы, и у меня спросили, как я сходил в туалет. Ну, я и ответил, Рэш камень шоколадный. Это, кстати, плохо, да. Ходить в туалет орешками и шоколадными, это нифига не хорошо. Козьими какашками еще можно говорить. Джасурн Макс, спасибо. Так, стоп. Что делать? А, во. Камеру-то убери, чтобы не тратить. Убрал? А ты мне тут советы свои не давай, я и так знаю, что делать. А мы что, к нему возвращаемся, что ли? Мама. Хлухоп. Надо носки в мерче. Прям очень надо, чтобы по универу красиво и за припадом бегать. Ну на, надо, деду, надо. Так, а куда дальше-то идти? Вот я повертел этот... Хлохуп санный, а дальше-то чего? Куда дальше-то? Дальше-то чего? Дальше-то чего? А-а-а! Чего акаешь-то? Квакалка ты, блядь, недоразвитая. Ой, мать. Мать! Да что, шлёп, куда бежать? Хватит шлёпаться! Да ёпрсоте! Сюда, что ли? Я вообще босиком, кстати, бегаю. О, да. Кто подписался? Румикс, спасибо тебе за переподписку. Чего? Ну ничего, в Outlast играем, как обычно. Дед уже вот просто... Ну реально затра... Мы на улицу вышли? Неужели? Давно играем? Ну такое, да. Мы уже и ставку на ГГБ успели сделать. На Португалию поставили 10 тысяч. Надеемся и верим, что выиграют. Да ёп... Да пофол ты! Какавка! Найди себе другого, а! Тут столько всякого бегает. Почему именно я... Вон еще один бегает. Тут заперто. Не, ну я реально какой-то особенный в этой части. То Глускин, то этот старый... Старого-то куда потянуло? В предложке. Кидал ссылку на eBay. Забавно то, что да. Я купил этот адаптер. Он мне уже даже приехал. 7000 рублей стоит. Для аудиокарты, если кто забыл. И, короче говоря... Он как бы подключается, да. Но для него теперь требуется еще один провод. USB такой, знаете, типа USB на USB 3.0. Которого у меня тоже нет. И теперь его еще надо покупать, да, вот заказывать. Пиздец, блядь, это просто ужас. Вот это вот подключение аудиокарты, это что-то с чем-то. Я не знаю. Ладно, куда там бежать-то? Отсюда мы спустились сюда. То есть сама аудиокарта стоит 52 тысячи. О, ёптить. У меня что-то Twitch сломался. Оу. Вот, еще и к нему теперь надо всякие переходники, блядь, провода и прочее говно покупать, которое тоже стоит немалых денег. Зачем тебе карта за 52к? Потому что могу. Почему нет? Потому что... Почему нет? А почему нет? Потому что... Там же есть USB-версия этой аудиокарты. Ну а мне нахуя она нужна? Та, которая у меня, она лучше, чем та, которая USB-версия. Не стример колхоз, а просто кое-кто не шарит. Например, Пришвин. А не легче новую купить? Ну да, можно еще одну взять за 50 тысяч, чё бы нет-то, бля. Стример-то богатый. Не подошла одна, можно десятую купить, блядь. Давайте, все аудиокарты мира выкупим.
Так, вот вроде иду правильно, кста. Чё, блядь? Это ты так спотыкаешься, что ли, дебила дресневый? Сука. Ой, блядь. Чё было? Я не знаю, споткнулся. Ну, реально, как дресня какая-то, блядь, ходит, я не знаю. Рану. Как жижа какая-то, знаете. Мама. Дрин-дин-дин. Бегают какие-то непонятные челики. О, зато дверь открыта. Вот это мне нравится. Я помню это место. Да, тут сейчас будут. Всякие тут тоже пугать меня. А! Здорово. Подожди, ты чё? Подожди, ты чё? А? Мама. А, вроде все нормально. Так, это не открывается. Фу! Выключу камеру, пишут в чате дебила, блять. Ты не видишь, тут ни хера не видно. Вот и я ничего не вижу. Что за звуки на фоне, как будто мы где-то на каком-то диком западе. Ну шо, ковбой, вылезай. Сразимся. У меня тоже есть пушка. А, о, дверь открыл. Спасибо! Да! Сори. Привет! У меня, кстати, батарейка-то уже закончилась. Поэтому что камеру-то отключать? Вот тоже дураки. Не видишь, что батарейка уже давно закончилась? Она просто так светит. Без батарейки причем. Выключи камеру, блядь! Я орирую. Не, не напугал. В прошлый раз, когда я проходил игру, да, было дело. Напугался. А в этот раз как-то не особо... Там, кстати говоря, вышел Quake 2 RTX. Если вы видели трейлер, короче. Ну, типа переиздание под видеокарту RTX, которая как раз-таки у меня есть. Я вот думаю, надо попробовать будет посмотреть просто на графон. О, ой, сука! А спасибо. Мне уже годик. Я уже совсем взрослый хихон. Да, всех да. Люблю чатик хел. Да, спасибо. Спасибо тебе за переподписку за целый год уже. Ну не, ну не сейчас, потом как-нибудь. Я скачаю, она завтра выходит, она еще не вышла. Но, ну чисто затестить, а то что, я зря RTX покупал. Надо же посмотреть, как это будет работать. О! Лвалакас? Ооо, Глад, здорово. Здорово, давно не виделись. Пришел, блядь. Дедушка. Орешки хочешь, да? К сожалению, не могу ничем порадовать. Да. Вот про него я, кстати... Ребята, бегите. Оставьте меня здесь, я справлюсь. Я их буду отвлекать, и вы убегайте. Бегите, блядь. Бегите. Хотя вроде... Кто это? Вроде нормально. О, пацаны, что, в баскетбол играете, да? Нормально. На кого ставите? Тоже на прогу... На... За... Кто? Я зануда? Не, подожди, я не зануда. Я не душный, я нормальный стример. Хватит меня унижать, блядь. Пацаны, там Лалакас идет. Пропусти, пожалуйста. Я тебе так могу сказать. А, во.
Все, давай, пока. Он тебя не будет пиздить? Да? Ну ладно. А че он тогда меня преследует? Португалия забила. Да ладно, лол, серьезно? Рили? Неплохое начало. Блин, а я чё говорил? Слушать меня надо. Говорю же, Португалия забьет. Роналду? А, ну ё-моё, так там еще этот... Роналду? О-о-о, ну так тем более. Чё бы не поставить на Португалию. Я вообще думал, что он ушел оттуда, оказывается. Если он еще там, ну так, да вообще изи. Так, это вроде не то. В ближайшие недели вы можете получить запросы. Так, ну это все какая-то, блядь, бесполезная хрень. Хм. Кто он? Кто, Роналду? Я не помню, вроде продавец какой-то. Стекломой, по-моему. Ну, довольно известный, да. Но он просто решил в футбол поиграть. Он даже забил что-то. Как он... Блин, не успел прочитать. Неважно, неважно, Светлана. Лучший мойщик по туру Португалии. Ну да. Не, реально, ребята, ссылка на ГГБ под плеером или в чате. Еще не поздно. Еще можно сделать ставку в лайве. Вы поняли, да? Как он со сборной страны своей уйдет-то? Ну на пенсию, он уже старый достаточно. Я бы на его месте уже свалил, типа у него столько денег, что... Ну теперь может хоть 10 жизней подряд ничего не делать. И тупо, короче, чилить. 34 года. Ну для футболиста это на самом деле уже много, ну алё. Он сколько уже занимается футболом? То есть это считать как 54 года, даже больше. Учитывая, что как бы, ну, для здоровья это не так-то уж и полезно. Постоянно, блядь, бегать. Мышцы, вся херня, болят уже. Кости, знаете, не те. Алло! Короче, я хз, кто это? Но он меня душит. Как я вас иногда душу. На своем стриме. Сделай мне одолжение, сдохни прямо здесь, Парк. Чисто я, короче, и вы. Так. Хрю-хрю. Я помню, как я тут про поросенка шутил. Сейчас поросенок будет. Ёпарасете, не, только не это. Ёжик, да, не пар... Бля. Ладно. Он где-то за спиной? Он где-то за спиной был? Чё? Нормально. Я оторвался. Всего лишь-то нужно было побежать. И не обращать на него внимания. Так же и с хейтерами в интернете работает. Просто игнорируй. Просто не обращай внимания. И он сам от тебя отстанет.
Хейтеру только и надо, чтобы ты как раз таки обратил внимание на его хейт. Да? 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 Да. Идет сохранение. Внимание, идет процесс экстренной эвакуации. Все сотрудники... Пожалуйста, немедленно направляйтесь на выход через административный блок. Пациентам и лицам, находящимся под наблюдением, рекомендуется тихо оставаться в своих комнатах. До прибытия помощи. Благодарим за содействие. Внимание, внимание. Внимание, внимание. Так, давайте-ка батарейку все-таки сменим уже. Так, ребят, оставайтесь на своих местах, со стрима не уходим. Сидите в чатике, не двигайтесь. Да, я знаю, что Португалия 1-0, господи, боже, блядь. О, здорово. Здорово. Нет, ребята, если вы уйдете, вас убьют. Тут безопасно. Куда вы? Ну вы и глупые. Сидите. Так, подождите. Так какого хера? А, я тут был! Я тут был! В прошлой части, в первой. Я помню это место. Да, 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 я был здесь, только тут не было этого. А теперь тут все завалено. Это, видимо, уже после того, как я здесь побывал в первой части. Прикольно. You lie, motherfucker. Вы мне, кстати, тоже не врите, пожалуйста. Ну да. Куда же без тебя, свиная ты рыло? Так долго мне... А, о! Алло! А, игра уже тут. Я думаю, что происходит? Зависло, что ли? Так, дайте я кондиционер включу, вы же не против? Я ненадолго. Пингвинчик, спасибо. Дедушка, ты здесь на жопке катался? Прокатись еще раз. Меньше, чем три. На жопке катался? Точно! А я не помню, как это делать. А я не помню, как это работает. Я забыл. Я, блядь, я точно, я вспомнил, да. Но это был какой-то баг. Нет, сейчас уже... не работает. Но я помню, да. Да у меня 26 градусов стоит. 25, алло. Какой холодно, 25 градусов. Наоборот, самое то. Идеально. И мощность на минимальную. Да идите, вам холодно, а мне жарко. Оденьтесь потеплее, блядь. Вы голые сидите вообще. Нормально, нет? Разделись какого-то черта, а потом говорят, что мы холодно. А я-то одетый. Я-то стример все-таки приличный, блин. Не то, что вы. Че, дует? Не надо врать, он вообще не шумит. Так, а чего это я сюда за... Воу! Там орёт кто-то, видимо, за Португалию болеет. Тоже ставку на ГГБ сделал, молодец! Радуется кто-то, да. Окно закройте, тепло будет. Знаете, на улице так жарко, что... Это тот момент, когда ты открываешь окно и становится... В квартире становится жарче, блядь. Из-за того, что окно открыл.
А вот когда окно закрыто, наоборот, в квартире сохраняется прохлада. Стоит открыть, так все. Поэтому я не завидую тем, у кого нет кондиционера. И это реально какая-то страшилка. Как вы там, блядь, живете, как вы терпите это все? Это... Я всю свою жизнь жил без кондиционера. Вот только сейчас он у меня появился, когда я в эту квартиру переехал. Ладно, в подвале, там как бы всегда прохладно было. Ну, потому что подвал. Но до этого я мучился как жопа. Вот жопа, на которой всегда сидят, и ей, ну... Ей жарко. Куда идти-то, господи боже? Куда? Сука, я ненавижу вот такие моменты в этой игре. Что это такое, блядь? Что мне не нравится в кондиционере, так это пыль. Это странная пыль, когда его включаешь. Короче, я заблудился. Да не шмель, а пыль. Шпиль. Братан, не подскажешь, куда идти? 2-1 Швейцария забил. Но сразу 2 гола, да? Ну ладно, окей. Поверю. Да ёперсете, куда мне идти? Я не понимаю. Табель... А, о! О! Нашел. Главный герой сам понимает, куда он вообще лезет и зачем он идет сюда. Ой. Так, там электроток. Электроток, поэтому там лучше ничего не трогать пока. Сука. Ну за шо, а? Вот эти лабиринты непонятные. Да я опять сюда вернулся, сука! Или нет? А, нет! Я помню, сейчас тут кое-что будет. Нормально вам тут, да, было? Фу, ну погнали. Батарейка? А я что, батарейку? Не, я не потратил, не надо меня пугать. Зая, не забудь про личку. Да, Варис и Дрейн. Если честно, я уже забыл. Ты мне напомни еще через пару часов. Ну ладно, я шучу. Я попробую. Постараюсь, да. Спасибо тебе за 100 битцов. Так, мы отключили электроток. Именно электроток. Значит, мы можем теперь пройти там, где мы не могли пройти, там, где был электроток. Вот сука! Ладно, да. Видимо, подрочил все-таки, да? Освободился, что ли, урод тупой? О, Хардвелл. Я до сих пор слышу эти звуки капа. Так потому что он, видимо, к тебе ушел. Ха-ха-ха. Спасибо тебе за донат. Он где-то рядом. Ну да, совсем близко, сука, ты меня своими... Обдроченными руками лучше не трогай. Фу. Ой. Ой-ой-ой. Он дверь открыл, он не стал ее выбивать. Вот видите, ребята? Так это и работает. Тот, кто дрочит, у того IQ больше. Чем больше дрочит, тем больше IQ. А-а-а! Да ну нахер! Ты че, сука, умный-то такой? Ты чё, вообще обалдел? Дверь он открывает.
Вот урод, а. Так, стоп. Батарейка? О, да. Нормально, конечно, она вообще... Сосед тогда мастер подрочки. Ну, как бы не совсем. Не. Он только недавно просек фишку вот этих салфеток. Удобных. Благодаря мне. Теперь постоянно их покупает, как и я. О, Делиса, здорово. Спасибо тебе большое. Только ему этих салфеток на месяц хватает, а я, блядь, по две штуки трачу в неделю. Ну, по две коробки имеется в виду. А он экономит. Мне кажется, одну использует по несколько раз. Вот. Так что спасибо таким людям, как Руки Мека, за возможность покупать эти салфетки чуть ли не каждый день. Реально. Да нет, на самом деле я ими лицо протираю. Ну, я как бы, я когда умываю лицо, я не использую полотенце. Я использую салфетки. Примерно где-то 2-3 раза в день. Ну, лицо протираю, вытираю, как бы. Да я серьезно. Ты сюда? Бульк? Только что кто-то позвонил в дверь. Теперь мне страшно, Хем. Хем. Хардвелл, спасибо тебе за 100 рублей. Я не беру трубки, не открываю двери, если это кто-то незнакомый. Звонит или там стучит. Или стучит. Вам советую делать то же самое. Спасибо тебе. Не, мне всегда, когда звонит какой-то неизвестный номер, я просто беру, копирую. Я не беру трубку, потом беру этот номер, вбиваю в гугле и читаю отзывы. Чаще всего я нахожу, ну, то, что натыкаюсь на какие-то негативные отзывы, типа спам, банк звонит, предлагает, блядь, кредит. Я такой, слава богу, что я трубку не взял. А иногда ты просто вбиваешь, а отзывов нет. Ну, типа, и ты такой, бля, а кто это? То есть, ладно, если ты находишь в итоге что-то. Но когда ты не находишь вообще ничего, и ты такой, бля, Суперфренд, спасибо за переподписку. А для меня это особенно, ну, стрёмно, потому что, а вдруг там, да, Дианон какой-нибудь. Вдруг там Абдуль звонит, там, ну, сука, кара вечная, раньше Абдуль. И ты такой, бля, да за что? Куда идти-то, господи боже. Хейтеры какие-нибудь. Я тебе раскрою секрет. Есть прога в Яндексе, которая определяет номера. Не, надо бы скачать. А, во. Так я тут был разве, нет? Нет, не был. Можно еще в банковское предложение взрывать фамилию, если... Ага. А я смотрю, вы прям шарите. Разбираетесь, чего, где посмотреть, блин, фамилию какую-то. О. Удобная штука. Я не понял, про что. У меня такой штуки нет. Есть прога, которая запрещает звонить незнакомым номерам. Не, ну это уже фигня какая-то. Это я не знаю, это уже максимальный уровень интроверта. Или кто там? Кто там? Интроверты же они, типа, боятся людей, там вся фигня. А вдруг тебе будут звонить реально по важному делу? Это уже какая-то херня. Типа, заказал что-то там на дом себе, еды или там купил что-то. Тебе будут звонить по доставке, а заблокировано. И как ты в итоге получишь то, что ты заказал? Не, ну это уже фигня. Кто так делает? О! Это вроде социофобия или паранойя. Да не! Ну, скорее первое, да. Ау. Ау. Есть программа, в которой можно увидеть профиль человека в ВК по номеру. Высвечивает. Так это можно и в ВК сделать. Типа, вбить номер телефона и, типа, сделать восстановление пароля. И там показывать тебя, как, ну, типа, твою страницу.
Точнее, кто владелец этой страницы, на этого номера? Ну вы поняли, да? Ну да. Что? Волосы отрастить в штанах? Кого? Нельзя уже? Да ладно, убрали эту штуку. Видимо, какой-то видеоблогер нажаловался. Да, куда, куда? А, вот сюда? Кстати, идет кто-нибудь на видео жару? Реально жарко, сука. На эту видео, видео, да, видео. На эту жару даже идти не надо. И так, блядь, жарище. Понятно, тут никого из Украины, что ли, нет? Алло. Оно в Киеве проходит, поэтому я и спрашиваю. Есть, а почему вы не идете? Видимо, жара это... Ну, типа как Витфеста, только в Украине. Туда блогеры приедут всякие отстойные. Неинтересные. Там батарейка лежит. Ну ее... О, пролез. А не хотел сначала. Это социофобия. Сам с таким сталкиваюсь. Редко выхожу из дома из-за страха, что обо мне подумают люди и все такое. Чувак. А тебе не насрать, что о тебе подумает человек, которому на тебя на самом деле похуй? Вот честно, о тебе нахуй никто не думает, кому ты нужен? Ты реально думаешь, что ты выходишь на улицу и все такие мимо проходят, такие... Да я о нем подумаю сейчас. Оба, сейчас буду думать о тебе. Ну да, конечно, думать он будет о тебе. Да всем насрать. Агдвид, спасибо тебе за подписку. Спасибо тебе большое. Вот я тебе серьезно говорю, никто о тебе не думает. О тебя даже никто внимания не обращает на улице. Людей много. Всем на тебя насрать. Так что можешь расслабиться, спокойно выходить и гулять. Это ты о себе думаешь. Надумываешь, точнее, себе всякую фигню. А люди тут ни при чем. А? Кто тут, Жень? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пыль спавнится. Да блин, это из-за кондиционера. Только не в маленьком городе. Да и в маленьком... Да всем насрать везде. Маленький, большой город. Какая разница, люди везде одинаковые. Люди думают о себе. О том, что им пожрать. О том, что будет завтра. Как, блядь, заработать деньги. Потому что живут в небольшом городе, где с работой проблема. Чувак, как ты повесился? Ты такой длинный, что как бы... Серьезно, что ли? У людей башка забита другими мыслями. Ту, блядь! Не, ну ты где? Ты как туда залез? Между шкафами, блин. Во-во-во-во-вот-вот-вот, социофоб. Спрятался среди шкафов. Во-во! Это вы, ребят. Это вы, блядь. Вот вы думаете, я о нем сейчас думаю, да мне насрать. А он думает иначе. Но он ошибается. Да как вылезти-то отсюда? Блин, алло, мужик. А, во. Сука! Кусочек пирога. Кто? Кто пирожок? Я? Да ёпересоте, ты же жирный-то такой, а? Ну ладно. Господи, я как лас... Я как крыса! Шарюсь среди этих непонятных каких-то щелей, ущи, расщелин. Кто, кто там протекает? Кто сыт? А при чем тут ласка? Какой ласка? Нет, то есть я знаю, кто это, но при чем тут он?
Ребят, вы чё? Ерунду какую-то пишете? Хватит ласку обижать. Про ласку? Какой ласку? При чем тут он вообще? Хватит пиарить других стримеров в моем чате. Есть только я. И больше никого. Запомните эти слова. Рейд от... Кто? Кто? Сварога. Опять? От Сварога? Так, Сварог. Я тебе что, прям так понравился? Ты меня теперь будешь каждый день рейдить. Я смотрю, у тебя сегодня больше зрителей. Тогда было 20. И рейдило 2 человека. А сегодня прям поактивнее люди. Да. Здорово. Привет. Спасибо за рейд. Но мы тут в игры играем. Рекомендую, кстати, тоже поиграть тебе в Outlast. Неплохая игрушка. Я тебе так скажу, Сварог. Моих девочек ты себе не заберешь. Они мои. Так что ты это... Ты перестань, да? Ты перестань. Я знаю ваши планы. План этих стримеров. Они приходят сюда с одной целью. Своровать у меня кусочек моей прекрасной... доброй, красивой аудитории. Не получится. Не получится. Я заблудился, у меня еще и батареек нет, темно. Ребят, нормально, да? А мальчики? Так я и про мальчиков говорю. Мальчики, вы тоже сладкие. И красивые. Хотя, возможно, он пришел за мальчиками. Кто его знает? Да ё-моё, ну куда идти? 0-2? Прекрасно. Блин, ребят. Что-то как-то вообще стрёмно. Я ни хера не вижу. Наверх прыгать? Походу, сейчас придется свой же летсплей смотреть и, ну, определять, где я прыгнул наверх. Потому что здесь я ничего не вижу. На ящике. Нормально, разобрался. Ё-моё, я думал, эта девка там болтает, сука, вот ублюдок. Зина, ты что ли? Ага, наебав. Мама. Ты дебил, блядь! Кусочек киви. Подожди! Я не понимаю, куда дальше бежать. Да я не понимаю, куда дальше бежать, дружочек, подожди, не убей. Да отстань от моей сладкой жопы. Сука. Yeah.
Но помогите! Наверх? Да сука! Куда? Наверх! Ну при чем тут 110-то, блин? Без батареек не видно ни хера. Ага. Вот сюда? Блин, ну это пипец. Не, ну это... Лол, он промахнулся. Он промахнулся! Дважды! Да куда тут прыгать-то, блядь? Куда? Куда? Да ёпарасоты! Мы так бесконечно бегать будем, ему скоро надоест, он меня бросит, просто скажет, блядь, чувак, да пошел ты нахер, козел. Да ёб твою мать! Чё за круговорот говна? Дверь. Какая дверь? Я все двери уже обошел, тут нет больше дверей. О, боже. Куда? Пошел ты нахуй, мусор, я drum and bass продюсер. Кого? Я говорю, помоги! 1-0 в пользу Португалии. Нормально. Саня, спасибо тебе за 100 рублей, кстати. Привет, Хесус. Замечательно выглядишь, как и всегда. Удачного стрима. Не болей и побольше спи. 3. Ну да, да, великолепно, прекрасно просто выгляжу. Спасибо тебе за донат. Ты тоже, кстати, как обычно, ну как Саня, как обычный Саня выглядишь. То есть нормально. Включи ночное видео. Ничего не видно из-за него. А, выключить? А, то есть ты думаешь, если я выключу, ты то сразу видишь. Хорошо, смотри. Прекрасно, да? Видно, да? Видно все, да? Видно все. Не ставь приложение по его определению номеров. В частности, Geek Jam Touch. Только хуже будет. Будут присылать спам, а номер будет находиться. Я ничего из этого не ставлю. Спасибо тебе за донат. Ты че, сукин сын? Он уже выучил меня. Вы видите, он сразу куда бежит? Я орирую! Вот просто орирую! Дырка справа. Да сейчас дырка у меня, сука, будет, блядь! Где, где? Тут? Здесь? Бля. В какой комнате? Вот в этой комнате куда я за... А, не в комнате. А где? Блять, да ты надоел! Вот здесь? You lost him, you useless fuck!
Так это я обратно вернулся, ну опять в эту... И чё, блядь? В смысле ура? В смысле ура? Это та же комната, чё уракаете-то? Чё ура, я понять не могу. Ой, блядь, чат ясно, как обычно, меньше чем 110. Да вали отсюда! Дверь справа от дырки. Вот эта дырка или какая дырка-то? Ты про эту дверь? Она закрыта! Ой, бля... Я вижу батарейку. На... Не, ну тут определенно ничего нет. Здесь тоже. А, лол. Ну ясно, стример не дурак, да. Все было буквально прямо передо мной. Хотя здесь нихера, сука, нет. Да блядь. Вас, знаете, куда не побеги, не побежи, блядь, наверх, наверх, у вас все наверх. Как будто в этой игре больше некуда бежать, кроме как наверх. Наверх! Наверх! Иди, сука! Ты чё, тварь? Крысы в стенах? В смысле, откуда тут стримеры? А, и правда наверх. Ну прыгай! Все, наконец-то. Фу. Глускин? Так, ребят, походу мы близко. Осталось совсем немножко. Да, кстати, по-моему, прям здесь и будет. Как ты уже заебал спорить с чатом. Ну, оно... Чтобы вы понимали, ребят, это картина, у нее есть название. Точнее, есть... Как бы... Ну... Реальные люди, которые в этом принимают участие. Это Кулич, а это СМХ. Как вы поняли. Думаю, сразу, даже говорить не нужно было. Батарейка. Там была батарейка? Батарейка? Вы меня опять тралите? Или вы хотите опять со мной поспорить? Я могу. Я всегда за то, чтобы поспорить с чатом. А, я вам понравилось просто то, что вы увидели, да? Вы хотите еще раз на это посмотреть? Эх, вы извращенцы.
Батарейка, говорите, да? Ну и где? А, вот и правда, кстати, наверное. Ну ладно. Ладно, ладно. Все, идем. В гости к Глускину. По-моему, сейчас тут будет. Парень! Так, во-во-во-во-во. О, нет. Он идет сюда, если что, ребят, бегите. Ну, вообще, да, напугал. Ой, сука. Знаешь, Глускин, я все понимаю, но сейчас у нас сложность кошмарная. Поэтому ты стал немного другим, более умным, более таким агрессивным. Ты же не пойдешь? Ой, блядь! Он еще и бегает! Да за... Ой, бля. Прости меня, Глускинг, я пока не готов к серьезным отношениям. Мне надо думать о карьере. О работе, понимаешь, как-то на ноги встать. А ты хочешь сразу и все. Это так не работает, братан. Блядь, это когда Зина в Питер приехал. Ну подожди, ну... Я грязный. Мне бы помыться еще. Давай, ну, хотя бы с этого вот начнем. Блять, ты чё? Ты чё, уже тут? Так, братан. Ой, батарейка опять закончилась. Здорово. На Португалию ставь, на ГГБ, братан. Балла по... Да не, Миш, по-моему, я обратно вернулся. Тут все просто похоже друг на дружку. Так. А, нормально, нормально. Тю, бля. Перезаряжай. Перезаряжаю. Ёбаный. Оба. Оба. Ой-ой-ой. Не, я не в порядке. Мне плохо, Глускин, я себе ногу повредил. Прыгай! Я тебя поймаю! Давай. Ты легкая, как пушинка. Падай сюда. 1-1. Не понял. Стой! Успел. Блин, 1-1, ребят. Ну ничего, ничего, сейчас это, Роналду забьет, забьет еще пару голов. И нормально. Блин, я еще теперь хромаю. Он так всю игру теперь будет хромать? Нормально, нормально, ребят, нормально, сейчас, сейчас. Сейчас Роналду как бы покажет класс. В нем можно даже вообще... Бля, не сомневаться, ё-моё. Куда-то я не туда пошел. Подожди, а куда идти? Смел моего любви, Арвар. Дарлинг, не скрывай от меня.
make yourself a gift for me. A delicacy to be unwrapped. А что-то злой такой, а? То, что ли, на Португалию поставил? Да мы все не знали, не предполагали, что так получится, бро. Что ты, блин, это? Сейчас забьет, подожди, ну. Дай ему время. Там какая минута, кстати, матч? У матча какая минута? 40-я, по-моему, какая-то, да? Еще половина. Блин, нас куда-то... куда-то тащат. Я пока чай попью. Да в смысле, какой бан? Наоборот, мы это все одобряем. Ой. Сюда, дорогая. Это поможет тебе расслабиться. Это я и чатик. Когда игру включаю, вы такие типа, о, игра. Спустя 12 часов. А чё так долго? Я 12 часов просидел в ящике, проспал точнее. Обалдеть. Ты нужен, чтобы ты меньше кровоточил. Понимаю, что представители слабого пола обычно сильнее страдают от одинаковых ран, но тебе действительно нужно потерпеть. Прости, дорогая. Любовь не для всех. Короче, вы понимали, Глузкий не совсем гей. Как раз таки он наоборот натурал и пытается сделать себе женщину. Пипец, да? Поэтому ваш капа прайд тут вообще не к месту. Насчет ремастера ходячих. О, я не успел прочитать. Теперь не двигайся, дорогая. Все эти неприглядные волосы. Ой, какие шелковистые. Он мои волосы еще не видел. А-а-а! Снова как маленькая девочка, теперь... Кто-нибудь был когда-нибудь в Таиланде, кстати? Ты сдалась, уродина, ты отказалась от любви, ты даже не достойна того, чтобы тебя... Зашили. Я учусь на фармацевта, и меня жестко так нагибает астрономичка и не допускает к зачету из-за месячного бронхита. А еще она не дала мне отработку из вредности. Надеюсь, я прорвусь, ибо это единственный предмет, с которым есть траблы. Спасибо тебе за 100 рублей, Саня. Да куда ты денешься, конечно, прорвешься. Все Сани. О! Все с, всем Саням везет. А у меня проблем не было. Потому что не было сессии. Спасибо. Да еще бан, нет бан. Это игра. Тем более я на лампочку смотрю. За что бан? За лампочку, что ли? Здорово. Срезать всю вульгарность. Мягкое местечко для моего семени. Растить семью. Надрез будет немного болеть. И зачатие, и роды никогда не бывают легкими. Я разрежу быстро. А-а-а!
У меня что, деревянный писюн, что ли? Что это за хрень начала отлетать? Опилки какие-то, бля. Опилки? Я что, медведь? Винни-Пух? Опилки, опилки. Волосы. Видите, иногда все-таки полезно не бриться вообще. В некоторых ситуациях это тебя спасает даже. Кто на него напал? Меня кто-то спас. Видимо, в меня влюблен не только Глускин, а еще кто-то. Стараюсь быть терпеливым. Блять, что? Как ты тут оказался? У меня опять батареек нет. А в смысле, когда они успели все закончиться? Там нога чья-то висела. Да ёб... Да иди ты... Сука. Ваша? Вы теперь не сможете бегать. Так, ребят, ну кто может, бегите. Чё вы сидите-то? Хватит наблюдать, в этом нет ничего интересного. Ой, мать. Надеюсь, я иду правильно. Вроде пока что тупика не вижу. Даже вот какой-то проход есть. Сука, там завалено, ребята. Здесь то... Фу-ху-ху. Фу-ху-ху. Так вот... Да ты ч... А-а-а! Блядь, где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Куда бежать? А-а-а, блядь! На, камеры, на тебе в нос. Нет, не режь, по... Ой. Ой, сука. Я обосрался, да? А как я обосрался, ребята? Чатик спас тебя. Каким образом? Он меня зарезал. Вы убежали, оставили меня, как обычно. Спас меня чатик. От чего? От чего? Ответы к ОГ уже слили. Нормально. Отличная информация. Меня тут в жопу трахают. А вам лишь бы ОГ, ответы слили. Ну ё-моё. Я не понимаю, куда мне идти. Куда, куда, откуда он пришел, да? Какой ОГ, блин, меня студенты смотрят, меня не смотрит шкила. ОГ, ОГ. Максимум это ЕГЭ. Вон, идите к братишкину, у него там пишите, что там слили ОГ. Так, ста шкил, не, ну это бан. Вам вообще запрещено на Твиче сидеть так-то? Куда я иду? Вот куда я? Вот куда я? Вот куда я? Куда? А, бля! Мама. Да ё-моё. Надоело уже. Ну и куда? Куда? Из одна нога поломана, другая сломана. Я вообще сейчас ползать что ли буду? Ты мне две ноги сломал, урод! Дед. 1-1 счет. Ну блин, ну там же еще ничего не закончилось, правильно? Сколько еще минут осталось? Да Португалия забьет, я говорю, забьет. Еще 24 минуты, алло. Сейчас этот Роналду соберется с силами, разозлится, да как, забьет, я говорю. Чуть тебе глаза починили, теперь как орел нахуй, видишь все, да? Ну да, орел чисто тупо. Тупо орел, короче.
Понимаете, у Роналду есть тактика. Роналду. Он всегда забивает вот в конце, на последних двух минутах. Специально. То есть он забивает, да, и все. А там уже времени не хватает, чтобы как-то перебить. Аварю тебе. Вот увидишь. Две минуты останется. Будет гол. Так, эта дверь открывается ключом. Мне батарейку. Может быть, она тут и есть где-нибудь? Че все пишут свой регион? А если я туда прыгну, я умру, да? Никита Мед, спасибо тебе. Здорово, здорово, Никита, здравствуй. Спасибо тебе за переподписку. Ладно, идем сюда. Ага, смешно. Он упал, видали, разбился. О-о-о! Фу, бля. Сколько время? А, все, вижу. 23:30! Чао. Так, много? Я думал, часов 10 где-то. Уже почти 12 ночи. Ну, ничего, нам-то лучше. Чем ближе ночь, тем страшнее. Играть в Outlast. Тем ближе экзамены по математике. Простите. На самом деле, вот и правда, да. Те, у кого экзамены, вам куда страшнее, чем это, то, что сейчас на экране. Час 21, чат. Ё-моё. Ой, бля. Спортзал, да? Прошу заметить, это все Глускин сделал. Повесил их сюда. Это все те, с кем он хотел дружить. Ну, отношения, да? Но не получилось. Да. Жены висят. Угу. Ну, видите? Что у них там между ног? О, видали, да? Ой, бля. Это Зина, блядь, ты дома? Нет. Как к Зине заходишь на стрим, блядь. Ну, Зина, ну ё-моё. Так, он же не идет сейчас сюда. Дом родной, милый дом. Да, он, походу, реально идет сюда. Нормально у него ноги. Настолько слаб. Меня просто вырубил. Ключ? Точно ключ. Пошел ты! Ну толкай! Блять! Я думал, он тут стоит уже. А где он? Где он? Блин, это бесконечная просто, я не знаю. Гонка! Так, я пришел в какой-то класс. Не туда? Как это не туда? Как это не туда? Ой, сука. Погнали. О, только не фонарик.
Фу, сука. Да не забыл я ключ, у меня он. Только куда мне теперь его засунуть? Во, сохранение идет. Вы что-нибудь видите? Я, конечно, все понимаю, да? Но по-моему... По-моему, это уже как-то слишком сильно. Я как бы все понимаю, да, но... Окей, мы на кухне, да? Ага, сковородочка. Зин! Может тебе борщица сварить, а? Мясо у нас, я так смотрю, вообще тут навалом. Хватит на всю жизнь. Да не забыл я ключ! Господи, что за дебил, а? Если бы я забыл ключ, игра бы не продолжилась. Ну ёпара сете, ну алё. Да, я не вижу ничего в метре от себя просто, даже в сантиметре. Просто перед носом светится и все. Если отключить фонарик, то вообще темнота полная. Иди обратно. Уверены? Возвращайся через кухню. Ну, давай попробуем. Только зачем я тогда сюда вообще пришел? Ну, видимо, тут от него прятаться. Обратно? Не туда? Вы же мне, блядь, сами сказали, что надо сюда. Господи, чат максимально, блядь, не тупой. Батарейка? Где батарейка? Где батарейка? Где? Где, где, где? Мне тут батарейки, что за дебилизм, блядь. Надо банить теперь дурачков, которые пишут дезинфу в чат. Спасибо, Логи, за то, что подарил подписку. Да, спасибо тебе. На кухню иди, там... На-на-на-на. Ну окей, пойдем. Здесь темно, тут вообще ни хрена не видно. Да не было там на полу батарейки. Там не было на полу батарейки, блядь. Ой, блядь. Я ору. Под ящиком в крови. Кто? Ты? Нет там батарейки, блядь, под ящиком в крови. Мать там твоя лишь. Ладно, сори. Спасибо. Эннели wants to play за 100 рублей. Чё, то что ли ставку делала, да? Зашло, да? Осуждаю, осуждаю то, что я сказал. Это была шутка. Я прошу прощения. Я просто пошутил. Я ничего плохого не имел в виду. Просто его мать очень хороший человек. Прекрасная женщина. Я с ней лично знаком просто. Вот. Мы гуляем иногда. Да нет тут батарейки. Все нахуй вас. Я вообще бабла понял, блин, на ГГБ. Давайте разбираться уже, как здесь пройти. О,
Куда ты залез? Твою мать. Блядь, да здесь ничего нет, ребят, ну нет тут нихера. Тебе говорили поменять батарейку, а не то... Как тебе батарейку поменял, блядь, у меня нет батарейки. Я понимаю, что вам скучно, потому что ничего не происходит, но вот... чего вы над дедушкой-то издеваетесь, а? О, все, я сейчас включу грустную музыку. Потому что вы издеваетесь над пенсионером. Вы понимали, насколько вообще трагично выглядит данная ситуация? Молодежь сидит и издевается над пенсионером, блядь. Нет, чтобы помочь уже подсказать, что делать, сидят и издеваются. Вот вам не стыдно? Он не перепрыгивает столик. И этот столик тоже не перепрыгивает. И этот не перепрыгивает. Никого не перепрыгивает вообще. Пиздец. Ну как так, а? Надо же было так, а? Кончить. И тут не перепрыгивает. И здесь не прыгает. И здесь тоже ни хера не происходит. Да что делать? Ненавижу эту игру, сука. Только нервы, блин, тратишь на нее. А что получаешь? О! О. По-моему... Я куда-то перелез. Ребята! Только, по-моему, ни черта, сука, не изменилось. Опять те же самые стены. Так, ребята, теперь извиняемся, да? Теперь все по очереди, каждый извиняется. За то, что вы кидали дезинфу в чат. Я же ключ взял, точно, вот, вот эта дверь, отлично! Заебёшь! Да я пока тут это... Как я сюда попал? Если ты выглядишь так в медовом месяце, то я боюсь представить, что будет за нашу годовщину. Ну все, ребят. Да-да, я жирный, ну и что? Ты видел, сколько мне донатят? А чё ты хотел-то? Оу. Мы могли бы быть красивыми. Да, я тебя любимого сниму хоть напоследок. Запечатлю, так скажем. Красавца. Я не так и не понял, как он умер. Как так получилось, что он улетел наверх, а я упал? Бред какой-то. Ладно. А дальше-то что? А, надо опять в ту дверь, точно. Странная ситуация вообще максимально. Хардвелл, спасибо тебе. Хем-хем-хем-хем-хем. Ты как будто думаешь, типа, хм. Как это произошло? Хм-хм-хм. Малевард, это что значит? Маленький вард? Ну ладно. Мэл это вроде мужчина, да?
А уже такой варда, я хз. Ух ты ж, ё-моё. У нас, кстати, рассвет. Слушай, по-моему, игра скоро закончится, или мне кажется? Там же реально скоро конец уже. Но я могу ошибаться. Блять, да батарейку-то, может быть, хоть кто-то даст? Да, да ладно. А, отец горит! Да, ребят, точно. Тут же событие происходит параллельно тому, что было тогда, в первой части. Когда он себя поджег. Ну, получается, что да, скоро конец. Я ни хера не вижу! Батарейка. По-моему, она бы нам сейчас очень не помешала. Шо, я, блядь, обратно вернулся, что ли? Ой, дурака. Залбал туда-сюда ходить. А я тебе что сделаю-то? Что я тебе сделаю? Темно, не видишь? Вот именно, что ты ни хера не видишь, как и я тоже. Да ну ёп... А, во. О! А это тот самый, которого мы прикончили тогда на лифте. Всем бригадам разрешен огонь на поражение. Повторяю, всем бригадам открыть огонь на поражение. Убивайте все, что движет. Так, меня не надо, я не двигаюсь. Ну как бы я передвигаюсь, да, но с большим трудом. Инвалидов же трогать никто не будет. Алло, 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 блядь, полиция, пожалуйста. Вот это сейчас тайминг был неплохой, да. Спасибо. А, Делиса, спасибо. Да. Опа. Фибирай, open up! Да пошел ты, блядь. Вроде призрак будет главный герой первой части. А, вот это я не помню конец в DLC. Реально забыл. Ля, сука. Не-не-не, я все нормально. Я аниме не смотрю, и хентай тоже. Просто, блин, хочу выбраться из этой больницы. Не, ну а чё, красиво. Кто? Меня кто-то преследует, походу. До сих пор меня кто-то преследует. Так, идёт... О, я бегать начал! Да ладно, выздоровел! Как это так получилось? Чудеса какие-то происходят. Ну, я тут был, я помню. Ну, вот это телевизор, вот это все, это начало первой части. Как он так... Да ладно! Исцелился! Чё за бред, блядь? У него две ноги были сломаны. Во, забегал, у, сука! У, нормально мужик вообще живет. Это все отец? Видите, он отдал свою жизнь ради того, чтобы я себе ноги вылечил. Да. Моя бабушка, видимо, о таком мечтает просто. Нихера носишься, ну тупо Саник, блядь. Так, стоп, а куда? Я правильно? Да-да-да? Выход? О, да, я все еще жив, да. Давайте заключим сделку. Вы мне поможете, а я. Ах ты, сука! Мистер Парк, ты бессмертный, что ли? Реально какой-то боженька. Да придурка этого убей, и все. Мистер Парк, ну, может, ты встанешь, побежишь уже. Человеческий фреш, ребят. А почему оно меня не трогает? Вот это вот чудовище, которое летает. Как вообще можно было назвать человека парком? Чего?
Мистер Парк. Да вы преобразились, мистер Парк. При Собянине-то. А, это ГГ из первой части. Странно, я думал, он будет выглядеть как человек, ну ладно. О-о-о. Какая красота. Это все Собянин, кстати. Свобода. Блять, тут такая же жара нахуй, как в Питере. От нее никуда не скрыться. Давай, да, ББ, короче. Ой, бля. Все, и батарейки не нужны. Неужели? Мы прошли игру за стрим, серьезно? Просто за один стрим прошли игру. Какого черта? Как это вообще происходит? О-о-о. Машина главного героя из первой части, ребята. Опять нога сломана, что ли? Тьфу ты, блядь. Крис Палис. Нифига себе, 33 месяца. Спасибо тебе, бро. Спасибо тебе за переподписку. Кстати, вот эта дверь была открыта. Кто ее закрыл? Интересно. Ну ладно. Погнали. Каршеринг. О, Мэтт Кантри, спасибо. А, во! Призрак из концовки Уисли Клоуэр. Да я знаю, я знаю. Как во время титров было слышно, как после его убийства. Да я знаю, я знаю. Я имел в виду вообще другое, типа. Что не выглядит как главный герой, как человек имеется в виду. Он же вселился в него в конце первой части. Ну вот, собственно, мы его и увидели. Нажмите эту кнопку, получите бан. Обратного пути не будет. На этом видео много весомых доказательств, чтобы закопать наших друзей из мерков. Вы выбрались живым из лечебницы Манту Мэнемезе. И мы сделаем все от нас зависящее, которое тебе даже не снилось. Но наши враги — это корпорация злобных парандеров. Ты будешь не единственной их целью. Все, кого ты любишь, жена, дети, будут ничем иным, как способом причинить тебе боль. Мне нужно, чтобы ты понял, через что тебе придется пройти. Ты сделаешь непоправимый ущерб компании. Возможно, даже приблизишься к чему-то вроде правосудия. Но, когда ты нажмешь кнопку «Загрузить», твоя жизнь окончена. Все, кого ты любишь, пострадают. Но это будет правильным решением. Так ли много значит для тебя? Когда первый раз запускаешь стрим на Твиче. Имей в виду, любое сказанное тобой слово может повлечь за собой непредвиденные обстоятельства. Ну что, ребят, запускаем стрим, нет? Жми, ёкарный бабай. Не-не-не-не-не, все, я передумал. Я хочу жить спокойной, знаете, свободной жизнью. Ладно, похуй. У нас нет выбора. Ну, прощаемся с Outlast, ребят, раз и навсегда. Я не знаю, может быть, когда-нибудь выйдет третья часть. Вторую я, скорее всего, вероятнее всего, проходить не буду. Она неинтересная, поэтому... Ну вот мы и прошли, ребята. Да, не думал, что пройду сегодня. Мне казалось, это на два стрима. А тут за один стрим прошел. Так что... Давай, братан, ББ. Ну, было неплохо, было весело. Мне понравилось.